По статистике, россияне, которым удается скопить кругленькую сумму, чаще всего вкладывают деньги в недвижимость. Такая инвестиция имеет право на существование, однако подходить к покупке жилья стоит с умом. Во-первых, нужно определить, каких именно дивидендов вы ждете. Если вы хотите сдавать квартиру и ежемесячно получать 20-30 тысяч рублей от арендаторов, это ваш вариант. Но если вы рассчитываете через несколько лет продать ее дороже, стоит обратить внимание на некоторые тонкости. Рассказывают очень много историй, когда квартиру там не в том районе вы выбрали, допустим, обещали, что построят развязку какую-нибудь или там школы или районы, то есть предполагали, что стоимость недвижимости будет значительно расти, а она выросла незначительно. Следующий популярный способ сохранить и приумножить капитал – открыть вклад в банке. Но специалисты предупреждают, заработать так не получится. Процент от вклада слишком мал. Это сумма, которая даже не всегда компенсирует инфляцию. То есть, по сути, когда вы обращаетесь в банк, нужно понимать, что вы не накапливаете, а вы просто сохраняете свои денежные средства в том уровне, в котором они были. Кстати, сохранить заработанное тоже нужно уметь. Если вы решите хранить деньги дома, их будет становиться все меньше и меньше. Инфляция беспощадна. Если сегодня вы можете купить приличную машину за 2 миллиона рублей, то через пару лет за эти деньги вы сможете купить ее же. Но это уже будет не новая линейка. Больше всего можно заработать, вкладываясь в акции, покупая валюту или что-то другое, с годами набирающее цену. Например, раритетные вещи, картины известных художников или ювелирные украшения. Главное, чтобы вы разбирались в рынке. Поэтому лучше всего инвестировать в то, в чем вы разбираетесь. Вот тоже, если примеры приводить, есть те, кто вкладывают в духи денежные средства. И это действительно то, что приносит, если ты понимаешь, как этот рынок действует. Начинать такое инвестирование специалисты рекомендуют с небольших сумм, допустим, с 1000 рублей. Для начала важно влиться и почувствовать, как работает рынок. Некоторые даже учат этому детей. Дают 100 рублей и преподносят биржевый рынок как игру. Для того, чтобы заработать немного, нужно прислушиваться к брокерам. Они редко ошибаются в своих прогнозах. Но настоящие сокровища можно найти только самому. Не бойтесь экспериментов и помните, что класть все яйца в одну корзину – вариант рисковый. Уверены Софья Лупинина и Денис Шабанов.